15 октября, 20 градусов тепла. Погода очень переменчива. Предгорье Альп с холода и дождя резко переходит в тепло и жару. Вот сегодня решили на собрание проехаться на велосипедах, так как с транспортом из села сложновато. Едем, наслаждаемся теплотой осенней. Что за красотища? Воу! Откуда у тебя такая вещь? Бабушка вязальница. А еще он случайно подобрал. Это вот эта вот бабушка вязальница? Да, я подобрал. Он даже грибок подобрал. Дайте поглядеть, показать миру. Сейчас на свет выйдем. Вот такое чудо. А еще прикольная, мягенькая, лохатенькая. А вот тут даже грибочек есть у него. Вот это такое. Запас еды. Поинг воскресенья. Никого, никого. Кто-то есть. Расскажу, как покупать социальный билет в автомате Deutsche Bahn Fahrkarten. Значит, подходите к автомату, видите здесь вот такую надпись с МВВ, нажимаете на нее, здесь выбираете Wochenmonatskarten, то есть недельная или месячная, и вот здесь Isarkart S, то есть Social, на него нажимаем. Здесь мы вводим свой код, который выдали в джоб-центре. 1, 2, 3, 4, 5. Можно купить месячный, например, выбираем Isarkart Monatskarten, вот Monatskarten, это на неделю, вот на месяц. Выбираем, допустим, Мюнхен, зона 1, ну и зона 2, да, если вам надо. Если вам надо все 6 зон, вы выбираете все 6 зон. После этого нажимаете ОК. Вот здесь надпись, зона М по 6, цена 227 евро 50 центов. И оплачиваете. В случае, когда вы не хотите все зоны, а вам достаточно Мюнхена, например, две зоны выбрать, выбираете М1 и 2, ОК. Вот видите, М, зона М-2, стоимость 118 евро и оплата. Вот в Германии бывает и такое. Кто-то взял, распотрошил газетницу, пораскидывал. Так что не все идеально. И снова солнечный день. Всем здрасте. Нормальная машина для нормальных парней. А ну покажи, на что способен. Вот это движок. Только я все лежу и ушами шевелю. Тарам-тарам-парам-парам. Крокодил, дил-дил идет. Носорог, рок-рок плывет. Только я все иду.
И на солнышко гляжу. У-у-у. Вот так мы гуляем. Легенько, легенько. Конец октября. Конец. Тепло.